Всем салют! В этом видео посмотрим, как плавать на лодочках. Да? Ну, первое, нужно установить всем команду, да, то есть установить строй каждому игроку, да, то есть вот у вашей лодки три участника, вы, чтобы все должны там стоять. Вот. Закончить конфигурацию. Строить помощь. Надо всю помощь убрать. Вот. Установить строй. Да, все. Закончить конфигурацию. Все. И можно плыть. Да? То есть обязательно дождаться всех участников. И потом включаем автобой. Все, мы поплыли. Прошли. Ну, это как вот в испытании героя воина, да, у нас есть. Следующий этап. Соответственно, автобой ставим и доходим, до куда дошли. Вот два этапа пройдено. Область третья. Автобой. Смысл в чем? Если вы поставите, все, тут проиграли, да, то есть прошли 6 этапов. Тут можно пойти рейтинг гонки. Ну, пока вот такой уровень. Дошли. Смысл в чем? Если вы, ну, не выстоите втроем в лодку, да, всех не дождетесь, тогда вы так далеко не пройдете, потому что, ну, запись боя, да, тут видно, что вот все последние игры, эти самые, сражаются. Вот, ну, герои. Не этот самый. Смысл в чем? Ну, вот они проиграли. И все. Не смогли победить. Герои, да, вот выставлены. Если вы вставите сюда помощь, да, то есть если воспользуетесь помощью, да, вставите и пройдете гораздо дальше, то этот попытка не пойдет в зачет. У нас есть сброс. И можно еще раз пройти, да, следующий раз попробовать. Или же, может быть, лучше получится дальше пройти, да, там, сгенерировать других участников. Или же вставить помощь, к примеру, и пройти дальше, получить больше наград. Тут уже каждый для себя решает, как поступать. Вот, поэтому, если у вас в команде 3 человека, да, двое выставилось, не тратьте попытки, не спешите. Иначе, ну, вы пройдете не так далеко, соответственно, получите меньше наград. Это касается каждого, да, то есть участников в лодке. Поэтому нужно дождаться и потом втроем пройти. Иначе, ну, просто вы индивидуально получите меньше наград, если поспешите. Такой вот расклад. Если вы хотите побольше наград, да, если вы знаете, что ваша лодка, ну, куда-то далеко не проплывет, вы не претендуете на какие места высокие, просто сразу ставите помощников, да, себе. Ставите героев топовых игроков, да, если у вас в союзе они есть. И, соответственно, лодка проплывет подальше, вы просто получите побольше наград. Что тоже вам в данном случае максимально актуально. Вот такие вот дела. То есть, если вы все-таки планируете попасть в топ-32, да, тогда включаете бафы, включаете там все скины максимальные, которые можете попросить пост. И, соответственно, попробовать пройти максимально далеко. На этом все. Всем спасибо.